Так, гигантский Василиск пустоши, ребят. И три у него одинаковых абсолютно бойца. Это очень хорошо, ребят. Значит, ничего особенного у него нет. Вот такая уебищная ебала. Ебала такая. Вот смотрите. Бля. Чё такое? Я тут Василиск. А чем ты отличаешься от своих охранников? Вы, блядь, вообще все одинаковые. Хоть бы, не знаете, побольше сделали. Смотрите, они все одинаковые. Что боец, что босс, блядь. Пиздец. Так, ну ладно, я сливаться не буду, я просто экспов, ребят, нажал. Выше мы не апнемся. Мы сейчас все равно будем РБС убить 30. Ну, 6 уровней, да, у нас 6 уровней, блядь. Ну, меньше дроп будет, да и хуй с ним, ребят. Я просто показать. Мы тут не из-за дропа в основном-то, блядь. Дроп, конечно, я вам покажу, что там падает, что должно и все такое, блядь. Да шифтани ты его, сука, пиздец. Шифтани. Блядь, да, все, начала бить, блядь, шифтанул, нахуй. Ну, бей уж теперь, хули теперь, бей уже, блядь. Шифтанул, ребят, и начинаю бить, блядь. Так, что-то они там, это... Они станут, ребят, они станут. Слышите, охранники станут, а их трое, блядь. Так, ну, шифтанул, начал бить, ребят. Ну и хорошо, все мне просили быстрее начинать, блядь. Видите, теперь я быстро начал, нахуй. Так, ну, начал и начал, блядь. Так, 200 тысяч хп, на 192 тысячи, статы, ребят. П так ни о чем, 86, по ДФ 307 нормально. Скорость атаки 600, нормально. Ну, нормально, то есть, быстро. Так, что с ним падает? Мифрил, верх-низ, ребят. Ой, шкура мантикоры, похоже, если на мифрил. Верх-низ мантикоры, ребят. Бичква, это кастеты падают. Краска, индух. Благословение свитки, защищение питомцев, которых у нас уже пиздец, можно жопой жевать. Лор прочитай обязательно. PUBG, я теперь вообще на это прям самое главное внимание обращаю. После того, как вы мне сказали, ребят, и мне другие ребята тоже написали, что им тоже нравится. И помнишь, то есть обязательно. Так, куски, ребят, шкуры. Ну, дроп говно, короче, абсолютное, блядь, вообще абсолютное. Я не знаю, бывает еще РБС хуже дропом, чем вот это говно. Ни одной заточки, блядь. Верх-низ мантикоры и бичква. Ну, бичква, если выпадет, то хороший дроп. Дроп вообще говна. Ну, дроп не так интересно, но я пока дроп, потому что его тоже просят все. Так. Ярость. Вот. Дроп. Это, короче, РБС говна, поэтому, блядь, он бесполезный. Но увидели, да? Краска, мудрость, дух. Инт, мудрость, дух, инт. Большой процент. По одной штучке, сука. И краска, инт, дух. От 3 до 7 штук, аж прям. Ну, 1 плюс 1. Соответственно, вот такой дроп. Репутация клана всегда падает, ребят. Соответственно, вот такой дроп. Из целых вещей, вот. Низ, вверх, мантикора и бичхва. Бичхва, кастет, если повезет, то это самый лучший будет дроп с него, если бичхва упадет. Остальное все говно, абсолютно все остальное говно. Все, я закрою, не хочу смотреть даже на этот дроп, блядь. Дроп говна. Для фарма не бейте этого рыба, он бесполезный, нахуй. Но... Только если вам опыт нужен, ради опыта можно сходить. Так, читаю, ребят, лор этого нашего рейдового босса, уровень 30. Этот Василиск приобрел интеллект после того, как темная магия загрязнила пустоши и вызвала в нем мутации. Обладая большими размерами и мощью, чем его сородичи, обладая большими размерами и мощью, чем его сородичи, он правит по праву сильного. Он ненавидит иные племена и убьет большинство живых созданий, как только они попадутся ему на глаза. Вот такая история. Это мутант, переросток, блять, обычный переросток, мутант, нахуй. Тут случилась какая-то, знаешь, катастрофа, и темная магия загрязнила пустоши, ребят. Видимо, ядерные испытания здесь проходили. Ну, и типа того. Ядерные испытания, пустоши загрязнились. И, соответственно, вот появились такие переростки Василиск, которые ненавидят все остальное, нахуй. И просто потому, что он сильный, потому что может, просто убивает всех подряд, нахуй. Вот и все, ненавидит иные племена и убьет большинство живых созданий, как только они попадутся в глаза. Ну, тварь, короче, что могу сказать, тварь. Просто мутировавшая тварь, ребят. Ну, таких нужно уничтожать, и чем мы и занимаемся, собственно. Лор не связан с другими. Вообще ни с чем не связан лор, просто, блядь, какая-то мутация, темная магия, понимаете? Даже не написано, кто там, да, никаких фамилий не указано. Кто, сука, засрал пустоши? Просто... Темная магия, каким-то сама просто темная магия загрязнила, блядь, пустоши и вызвала в нем мутацию. Понимаете, да? То есть темная магия сама все передвигалась, не какой-то маг ее там, понимаете, здесь колданул, а просто темная магия передвигалась сам себе по миру, залетела в пустоши, нахуй, и сделала из них вот это вот, что мы сейчас видим, да?
вот это вот, вот это, и сделал из этого гигантского, из этого маленького василиска, он вырос большой, мутировал и стал больше всех, и тупо потому, что он сильнее, поэтому, блядь, он всех убивает, ребят. Вот такая история. Абсолютно бесполезный дроп еще с этого говна, блядь. Ну, и как и история с него, так и дроп, ребят, бесполезный. Я думал, хотя бы истории порадуют, но нет, ребят. Просто абсолютно, смотрите, 4 одинаковых тела, 3, блядь, охранника и абсолютно такого же размера, как, ну, может, чуть-чуть побольше, он там на полмиллиметра, блядь. Это Red Boss, ребят, вот и все. Абсолютно неинтересный лор, бесполезный дроп, блядь. Вот. Не тратьте время свое, если будете именно фармить РБ ради дропа. Этот просто вот этот самый последний РБ, который вам нужен, блядь, из 30 уровня, на ком именно заработать хороший дроп. К сожалению, бывают такие боссы, ребят. Например, 43-й, 43-й, 45-й на острове аллигаторов. 3 РБ на острове аллигаторов, ребят. Самый, сука, беспонтовый РБ, блядь. Все трое на по дропу. Ну, я по ним уже ходил, этими, своими девочками. Посмотрите, кто, ребят, это. Кстати, если кто, ребят, фолловитесь на Twitch, если есть возможность, то есть вы обязательно, во-первых, зайдите на YouTube, просто посмотрите, что, что еще за прошлые были видосы. Я там есть видосы, где, ребят, Юры Боссов старше. У меня еще 3 девочки Дестера, которые уже с берсами, понимаете, ходят в РБ. Вот. Есть Рыбосы младше, которые я бью маленьких РБ. Есть эти самые видосы, ребят, где я заточку делаю. Вот я сейчас Бриги плюс 6, ребят, вот кто, ну, понимаете, да? Это я Бригу передал, Бригу плюс 6, вот с этого и бонус работает. Вот я все плюс 7 ее хочу затащить, ребят, чтобы он стал золотого цвета и плюс 7 вампирика давала. Сейчас она дает плюс 5 вампирика, то есть с этого и бонус работает, ребят. Что это значит? Это значит, при точке плюс 4 выше начинаются, ребят, работать с этого бонуса. Тяжелые брони это гнев вампира и передает к физумении, ребят. То есть гнев вампира плюс 1%, когда плюс 4, уже плюс 1% вампирика, минус 1% перезарядки физумения. То есть, соответственно, плюс 5 уже плюс 3% вампирика, перезарядки физумения 3%. И у меня вот плюс 6. Вампирик плюс 5%, ребят, целых 5% от нашего урона переходит нам в ТП. То, что мы наносим. И перезарядки физумения минус 5%. Например, гад вместо 10 минут откатывается 9,5. Ну, такая себе прибавка. Главное вампирик, ребят. А еще есть плюс 7, ребят. Плюс 7 вампирика будет. А еще есть плюс 8, плюс 10 вампирика будет, да? Но плюс 7, ребят, я тащил уже. Сначала посмотрите, как я до плюс 6 тащил, конечно. На двух девочек. У меня 2 комплекта. Вот. Блески. Сколько потратил с этих точек, ребят. И блесок, и обычный, блядь, пиздец. Просто посмотрите, я говорю, вам понравится. Мне это, блядь, там, как говорится, я там страдал. Так, да, я не особо люблю повторы смотреть. В стриме главное интерактив. Да-да-да, мне что и нравится, ребят. Я согласен. Вот PUBG, он вообще как в воду глядит. Очень правильные вещи пишет. Именно стримы, ребят. Только там не повторы. Я еще видосы снимаю отдельно. И снимал особенно вот чуть-чуть пораньше, да. То есть... До того, как начал по КД стримить, я снимал видосы, но именно видосы, ребят, снимал, а стримил не часто. А потом перешел на режим каждый день стрима и, соответственно, делал еще нарезки, ребят, просто и еще видосы отдельно снимаю. Но почему я вам как бы и советую, и прошу заходить на YouTube? Во-первых, если у вас есть аккаунт, как бы вы мне поможете, если туда тоже забегаетесь, да, ну, то есть подпишитесь. Будете ставить лайкосы под видосами, ребят, писать комменты свои, что-то интересное, да, на Твиче это невозможно, то есть на Твиче вот мы с вами пообщаемся на стриме, да, это личное, как бы общение, но после стрима вы на Твиче мне ничего не можете, блядь, оставить, ни коммент под видео, ни, понимаете, ни какую-то свою реакцию, вот. Так я еще не получил компаньонку, у меня не хватает это, вот я все думаю, что надо компаньонку, понимаешь, мне для нее не хватает это, средних зрителей. Там нужно... Все остальные условия давно выполнены у меня, ребят. Но я тут на новогодние праздники уезжал и не стримил аж 10 дней подряд. А они там считаются последние 30 дней среднее количество. Вот. Поэтому компаньонку, да, первым делом надо вот эту компаньонку.
Ну, от меня ничего не зависит, ребят. Вот вы приходите, значит, вам нравится. Единственное, что я не делаю неправильно, как мне объяснял мой тоже подписчик. Он говорит, ты знаешь, это самое. Кстати, я знаю, что могу сделать в PUBG. Сейчас я сделаю, подожди. Кстати, я могу, да. Я сделаю. Вот Берфамс, который тоже свечал, он меня на YouTube подписался, там пишет мне комментарии, все время советует. Так, сейчас я это самое, сейчас я сделаю, подожди. Нет, надо мне твой ник скопировать. Блядь. Просто скопирую ник. Я, ребят, сейчас это у нас на пищ, чтобы ник скопирую. Так. Меню управления. У меня открыт Twitch и YouTube, ребят, чтобы это. Так, что я там, ребята, жив? Жив, все нормально. Сейчас я после РБ тогда сделаю. Вот, ребят, до компаньонки осталось. Там нужно до компаньонки, ребят, чтобы было среднее количество зрителей за последние 30 дней. Не меньше трех. То есть три зрителя. Я, знаете, как бывает? Вот мне Берфамс говорит, ты, говорит, неправильно делаешь. Когда у тебя уже все заснули, ну то есть я же до полночи, значит, у меня хотя бы один человек. Я расскажу сейчас вам же. У меня хотя бы один человек, ребят, есть на стриме, и я для него показываю. Он говорит, ты понимаешь, что ты себе убиваешь и средних зрителей этим. Типа ты заканчивай раньше, когда у тебя еще нормальный народ, у тебя будет весь, ну, там минимум 4-5 человек сидит, а потом ты уже стримишь, когда один человек остался, и ты все стримишь, и у тебя средний зритель падает. Я говорю, ну я такой человек, ребят. Если у меня хотя бы один человек есть живой, с которым я общаюсь, и как я могу, ну, закончить? Кто-то, кто захочет, потом в повторе попал. Нет, не всем. У меня сейчас осталось одно требование выполнить. То есть смотри, у меня фолловеров хватает на требования, часов хватает, стрима, да, подряд там это самое. Вот. И нужно иметь среднее количество, ребят, зрителей именно, среднее количество за последние 30 дней. Это сдвигается, да, каждый день это сдвигается. Последние 30 дней. Три человека в среднем должно быть. Вот. Вот это условие у меня сейчас там 2,3, 2,3 у меня сейчас там. Поняли, да? То есть нужно, чтобы 3. А я вечно стримлю до такого момента, когда уже один человек какой-то остался, все остальные уснули, там, не знаю, ушли, блядь. Спать им надо, не знаю, вставать на работу и так далее. Вот такие дела. Так, подожди, не уходи, PUBG. Ну, сейчас прям не уходи. После РБ сейчас кое-что сделаю. Кое-что делаем. Например, компаньонка, ребят, дает то, что нам дадут с вами, по-моему, 3 смайлика добавить, и мы сможем свои смайлики сделать. Это очень прикольная тема. Вот, это как ее называет Берфамс, бомжи-партнерка. Компаньонка, вот. Бомжи-партнерка, говорит. Вот. Добавим 3 смайлика, ребят. Не знаю, посмотрю, я никогда этим не заморачивался, но тоже сначала нужно ее получить. А потом будем заморачиваться. Может, найдем какого-то художника прикольного нарисует, если нам под это дело смайлик, ребят. Очень-очень уже так заинтересовало меня это. Берфант мне так это подначивает, типа, блядь, что там. Там, типа, блядь, там смайлики свои только ради нее это и делают. Блять, я не добил оверхитом. Оверхитом не добил. Ребят, оверхитом. Ебитесь, умер ваш главный, блядь. Ну чё, тварь, убивал животных, сдохни. Так, ну что, ребят, покажу, что с него выпало. Свиток репутации клана, ребят. Инт мудрость. Кто будет инт мудрость ставить себе, интересно. Так, лезвие бичхва не выпало. Рубашка, кстати, упала. Или штаны, мантикоры. Или это куски. Не, рубаха упала целиковые куски на рубаху. А, куски, ребят, и целая рубаха мантикора упала. Ну, в принципе, целая шмотка упала. То есть, это сетовая шмотка, ребят. Макс МП плюс 92 дает сет. Верх-низ мантикор и сапоги. Макс МП 92, в принципе, для лучников нормально.
Да, ну да. Эти смайлики, они. Нет, ну они, во-первых, знаешь, когда есть свои какие-то смайлики, у этих людей, кто на тебя зафоллоует, у них они есть, эти смайлики. И они могут им пользоваться, так понимаю, да, на других каких-то, и на других стримах, и на твоем. Во-первых, это тебя, ну, сразу тебя как-то выделяет. Вот, ребят, покажу вам рубаху. В принципе, в мантикорах могут лучники ходить, манна им нужна. Так, сейчас подожди, я.